В редакцию «Ника Плюс» поступил тревожный звонок. Житель Петрозаводска жаловался на ужасное состояние дороги по улице Медвежегорской, что в районе 5-го поселка. До дня дорогу отремонтировали, залатали кусками асфальта, снятого с другого объекта, утверждал мужчина, после чего она стала еще хуже. За разъяснениями мы обратились в администрацию города. Указанные работы были выполнены по согласованию с администрацией Петрозаводского городского округа. Данные мероприятия носили характер восстановления ровности дорожного покрытия с использованием фрезерованного асфальтобетонного материала. Работы выполнены в рамках текущего содержания автодорог на безвозмездной основе подрядной организации на основании просьбы администрации. Следует отметить, что данного рода мероприятия в текущем году и в предыдущие года используются во всех жилых районах города на участках дорог с небольшой интенсивностью движения преимущественно. Потребность восстановления дорожных покрытий в настоящее время превышает те возможности, которые мы можем позволить себе в текущем году в рамках заключенных муниципальных контрактов. В связи с чем, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения потребительских свойств объектов дорожной сети, на территории города не первый год применяется практика использования фрезерованного асфальтобетонного материала на тех объектах, где ремонтные работы по тем или иным объективным обстоятельствам на текущий год не запланированы и не могут быть реализованы. Естественно, это временная мера, да? Данные мероприятия произведены для того, чтобы до организации ремонтных работ, скажем так, капитального характера, могли обеспечить безопасность дорожного движения.